вами Догма ТВ. Сегодня мы вам покажем, что уже готово во втором и третьем литерах на красных партизан. Подробнее о работах на втором и третьем литерах на красных партизан нам расскажет главный инженер Алексей Николаевич. Добрый день, мы с вами находимся на Заполярном 37, литера 2-3. Значит, в данный момент на этих двух литерах у нас ведутся последние приготовления уже для передачи квартир жильцам. Выполнены все подключения коммуникаций, инженерных систем, закончено благоустройство, выполнена детская площадка, ландшафтный дизайн. То есть уже готовимся принимать жильцов и встречать радостных обладателей этих квартир. Только представьте, как приятно будет жильцам дома заходить в подъезды с такой красивой отделкой. На площадках установлены малые архитектурные формы для детей разных возрастов. Это значит, что уже совсем скоро двор наполнится детским смехом и веселыми играми. Ну а мы уверены, что в жилом квартале на Красных партизан каждый обретет счастье и уют.